Мне кажется, не все знают, что такое дерби Химки-ЦСКА, особенно много новичков, но как только игра началась, было понятно, что легкой игры не будет, и надеюсь, что во втором раунде, когда мы с ним встречаться, мы проявимся лучше. Мы много экспериментируем, так как у нас небольшие проблемы с составом. Сегодня Андрей Воронцевич опять получил травму, и, конечно же, зону мы поставили в конце, чтобы сделать пару раз остановить соперника. Это нам удалось, но, к сожалению, нападение мы не смогли реализовать. Это свои броски, которые мы, в принципе, работаем, которыми, и последний месяц, наверное, наше нападение было намного лучше. Сегодня первая небольшая пробуксовка, можно сказать. Ребята упоминали, что это большое соперничество, и оно много для них значит. А если это дерби для моих партнеров по команде, то это дерби и для меня. Так, по крайней мере, я это воспринял. Они очень здорово сыграли в атаке, а мы не показали всего, на что способны, особенно в защите. Мы перепробовали почти все, но не удалось их остановить. Они очень хороши дома при поддержке трибун. Они выиграли сейчас, но, надеюсь, получится им вернуть должок.